Друзья, всем привет! У нас сегодня солнечный хороший день, теплый такой. Ага, и мы решили посетить ботанический сад. Ну, мы его частенько посещаем в разное время года. Весна, осень, лето. Ну, зимой тут еще не были. Но надо приехать и посмотреть, что же у нас тут зимой. Ну, а сейчас у нас осень солнечная, красивая. В каждом времени года свои прелести. Вот, смотрите. Но они уже отцвели, каны. И все равно красиво. Так, экран надо протереть. Протерли экран. Так, это что у нас? Хризантемы, которые еще не расцвели, насколько я понял. Тут ромашки красивые. Ну, будет красота, когда они зацветут. Еще мед собирают, и пчел, и шершни, и музыкантики. Прекрасная погода, тепло. И столько любителей природы. Ну, ребята что-то фотографируют профессионально. Капусточка. Так, одни тени. Еще ветер сильный. Так, тени. Капустка. И такая капустка. А вот это целое дерево. На дереве красная ветка. Вижу. Бьется. Вижу. В середине красного цвета, да. Я тебя тоже сфотал. Здесь описание. Пион древовидный. Так ярко, что даже меня видно. Это вот перчики, посмотри. Они фиолетовые, потом красненькие. Ну, красные, фиолетовые и желтые. Но желтые, наверное, тоже потом зацветет. Перчиков много. Капуста какая вымахала. А это что у нас синенькая травка? Перчики я видел, капусту видел. Так, хризантемки. Блин, а в чем было мало? Так, встанем, чтобы меня не было видно. Яркое солнце. А бабочки. И пчелы. Сколько пчел? Ну да. Он там держит. Снимешь? Какой в телефоне? Мы куда? Куда? И пчелы, и бабочки.
скорпионы? Георгины. Похоже на пионы. Правда? Похоже на пионы. Цветники. Вон капуста какая декоративная. Тут же сильный ветер, все попереломал. Смотрим, какая красота. Как будто, да, как будто выходной день, да? А, народу, да? Народу много. Да, тут дожди недавно еще стояли. Ловим последние солнечные лучи. Теплые. Георгина. Мы сегодня без Моти. Да, Моти сюда не пускает. Так что не удивляйтесь, не спрашивайте, где наша Моти. Наш ботанический, да. Собачка. Да. Там большая собака была нарисована. Ага. Типа овчарки. Я спрашиваю. Это в больших не пускают. С маленькими можно, не, говорят, маленьких тоже нельзя. Ведь ты вообще сказала, вот было красиво до дождя. Ну, вот в том-то и дело. Такая красота. Ходи, отдыхай, релаксируй. Вон какой бонсай. Красота. Пойдем на куриный двор, птичий двор. Птичий двор. Здесь кроличий дом. Здесь курино-петушиный. Ой, какие красавцы. И воробушки. Куда без них? Ну вот, показали мы вам георгину. Как раз пора цветения георгинов. Есть кое-что и другое еще цветет. Но, нет, ну сейчас хризантемы. Ну именно хризантемы. И розы. И розы. И, ну, георгины. А георгины. Отцветает уже. Георгины красивые. Ну. Будем смотреть хризантемы и розы. Сейчас пойдем в прудик, сходим. Ну, лес красивый. Ой, Саша, желтеет, краснеет. Че? Крокусы вроде бы. Но не весной. А ничего, второму кругу, что ли? Не готов сказать, кто у нас мичуринец.
Вавиловец. Ну вот, вон они, ну это крокус, мне кажется. Ну что у нас там, рыбки или черепашки? Черепашки в той были ванной. Рыбки кое? Так, тут рыбки, а черепашки с той стороны. Среди кувшинок. Рядом маленькая. Так, где черепашки? Пойдем. Не буду я залазить на самый верх. Вот они, черепашки. На камешке греется. И там плывет. О, вот они. Сколько их много. На камешках греется. Друзья, значит, обращаясь к подписчикам, жителям и гостям нашего города, пока у нас тут во Владивостоке солнечные лучи, теплые дни стоят, еще несколько дней будет, потом похолодание обещают. Пользуйтесь моментом, приезжайте, гуляйте, отдыхайте. Билеты недорогие, на взрослого 150 рублей, на пенсионера 50, ну и ребенок там, я не посмотрел. Не помню, сколько на детей. Не помню. Ну, не важно. Ну, рублей 50, наверное, точно. Но это не точно. Я посмотрел сеточку под нас, которая под пенсионеров, людей старшего возраста, ну и взрослых, конечно. Так что приезжайте. А меня не забывайте смотреть, мой канал. Самое главное, ставьте лайки и не переключайтесь. Всем пока.